месте уже простое. Это у нас сверху от печки. Вот что, снежок нападал. Все диски прикрыл, чтобы никто, как сказать, не закоцал. Все как есть. Сейчас будем аккум вставлять, и надо аккум чуть проэтовать, так сказать, подзарядить. Сейчас посмотрим зарядку, там еще 12,2 вольта было, так что сейчас все будет. Так, давайте сейчас проверим маслице. Так. Ну, на отметке как раз то, что и надо. Максималка. По вязкости, вот сами видите. Так. Так, аккум поставили. Теперь проверяем, сколько у него. 12,2, 25, 26. Ну, нормально еще. Получается, больше полутора месяцев он стоял. Дета 100 ампер, 900 пусковой. Так что сейчас проверим. Так. Проверил уже, залит Норд, каждый сезон меняю, каждые 3 месяца заливаю новый, зеленый. Масло тоже проверили. Так. Ошибок 0, только сейчас ПП, надо потом исправиться. Вот Мокон, Филипп 7850, который взял, только проверил. Так что только вставил, чтобы проверить, все работает. Пикселя, подсветка, музло. Только 2 колонки пока. Так, давайте потише сделаем. Врет больше сейчас, наверное. Так, термостат у нас стоит на 65 градусов. Я не знаю, когда она прогреется. Может, к концу зимы прогреется, но тогда уж бензин закончится. Одна у нас вон проморожена вообще. Одна что-то уже отошла.
газовать пока не буду, пока вообще не прогреется полностью до рабочей температуры. Вот как сейчас стоит на холостых, так и будет. Прибор когда сразу погнала сначала, топливо вот так фигарило во все стороны. Потом тахометр, аж я не знаю, до 13 тысяч, наверное, вот так прокрутился и обратно. Ну, мофон реально крутой, музыка реально изменилась с обычным кассетным, который был. Именно по качеству. Пока есть две колонки всего. Так что сейчас как все найду, все поставлю, будет играть хорошо. Так что М50 заводится с первого раза, спустя полтора месяца, даже больше простое. Так что посмотрим, как другие заводятся. М30, М20, М40, М60 там. Может, они вообще не заведутся.